Футбольное поле на новом стадионе еще ждет травяного покрытия, а беговая дорожка полностью готова. Такой подарок получили не только ученики первой школы к новому учебному году, но и все, кто живет поблизости. На очереди реконструкция школьного спортзала. Важнее детей ничего нет. Важнее их счастливого детства ничего нет. Я вас всех поздравляю и желаю, чтобы эта дорожка никогда не пустовала. Теперь у вас есть возможность полноценно заниматься спортом. Вот трава взойдет, и уже даже и футбол гонять начнете. А так и пробежать, и пропрыгать, и все, что хотите, можно сделать. Поэтому, ребятки, будьте здоровы, занимайтесь спортом, любите спорт. Спортивные достижения жителей Фрианова хорошо известны. А в секции легкой атлетики при школе номер один занимается около сотни воспитанников. Мне очень приятно, что здесь есть неравнодушные педагоги, тренеры, которые делают великое дело, которые защищают честь Щелковского муниципального района не только на уровне области, но и Российской Федерации. Достижения в легкой атлетике Щелковского муниципального района 90% составляют из успехов городского поселения Фрианово. После торжественного открытия право первыми опробовать беговую дорожку нового стадиона получили строители и почетные гости. А затем первую эстафету провели те, кто будет здесь заниматься постоянно. Другое важное событие для фряновцев – открытие детской площадки на Первомайской улице рядом со спортивным комплексом «Факел». Еще год назад на этом месте был пустырь, заросший бурьяном. Теперь появился целый городок с аттракционами для самых маленьких жителей, с удобным покрытием, скамейками, освещением и даже фонтаном. Совсем скоро мини-кремлевскую башню украсят часы. Будет где встречаться влюбленным. Не обошли вниманием районные власти и повседневное благоустройство во дворах жилых домов на той же Первомайской улице. Год назад депутатская комиссия выслушала пожелания местных жителей, и вот все изменилось. У нас есть стояночные места, у нас сделаны дорожки к данной площадке, у нас она освещена, то есть все элементы благоустройства закончены. Ну и, конечно, сейчас необходимо еще подсеять траву для того, чтобы вот эта зона выглядела эстетично. Фрианово. Оно развивается хорошо, и дворы благоустраиваются. Такого, я считаю, не было сделано уже много-много лет. За последние 2 года я вижу большую динамику. Конечно, много сделано, но в перспективе фриановские власти планируют сделать еще больше. В ближайшее время у нас предстоит очень большая работа. Такую же детскую площадку мы планируем открыть на Аксенском поле. И у нас в планах это наш стадион «Труд», наш поселковый стадион. Долгое время он эксплуатируется, но не ремонтировался. То есть с советских времен, в принципе, там не были произведены никакие работы. Мы очень хотим помочь школам, благоустройству школы номер 2, потому что на самом деле там ситуация точно такая же, как у нас на стадионе. С советских времен, то есть там дорожки, по которым еще я ходил в школу. Сергей Дадыко, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».